Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал «Футбол — это жизнь». И да, название именно такое у этого ролика. Мы прощаемся с FIFA Ultimate Team 18. Как-то вообще никто особого такого ролика и никто сильно не делал, но посмотрите на этот знак. Я собрал это где-то, наверное, за месяца 2-3 максимум. Вот. Этих вы всех знаете, они всем выпадали зимой. Только почему это они не сделали в 19, так бы было бы намного бы приятней играть в это дерьмо, а так просто занули в 18 в прошлую часть. Итак, сегодня мы с вами, так, сегодня мы с вами соберем 4 пака за 100 тысяч, сольем эти 4 иконы и посливаем игроков, поквикаем, открываем паки и как бы простимся с FIFA 18. Так, давайте при вас пойду. Так, где эти кумиры? Так, сейчас где-то вдалеке слышен плач Свята. Но, Свят, прости, Шевченко нам не нужен. Выпали 24 игрока, всех золотых, всех редких. 400 тысяч монет, практически, можно сказать, это паки. И давайте пока под всю гулянку покажу вас всех игроков. Так, вот эти мне вообще вот не нужны, пошел отсюда. Тупо удаляем все, что у меня было. Ну это что, это просто вот в этом, в магазинчике, который просто этих арендованных, просто надо было начинать с чего-то. За некоторых я вот вообще просто их типа покупал, но я даже ни одного матча за них не сыграл, потому что ну нахрен они мне нужны. Я Казетта играл, чтобы, потому что у меня вообще не было, почему-то, я не знаю, французов в составе хороших таких, поэтому я его за Морезика я поиграл, контракты он даже закончили, за Али я поиграл, за Кулибали поиграл, за Киту я не играл, вон, за Зюли не играл, за Велу что-то поиграл, я так понял, за Донаруму я не играл, за Зардеса я не играл, или играл, может на заминку выпустил, потестил просто, вот, Донаруму убираем. Итак, давайте теперь посмотрим. Выставим на трансферный рынок, сравним цены на Стерлинга сейчас. 9500. Итак, посмотрим, сможет ли в течение этого данного видеоролика у нас купить Стерлинга. Поставим здесь 7600. Он, естественно, стоит там чуть подороже, на 1002, наверное. А здесь поставим 7500. Вот так, все. На 3 часа поставим, пусть стоит. Выставим на трансферный рынок. Итак, со всеми мы сейчас с ними это и сделаем. Будем смотреть, что они там стоят. Ну вот его тоже за такую цену можно. Так, вот. Так. Бои, ты что-то стоишь или нет уже? Да, не, его даже, я думаю, смысла нету. Эдерсон может что-то стоить, кстати. А, нет, тоже ни хрена не стоит. Идем дальше. Поиск персонала. Ой-ой-ой-ой-ой. А я много получу, если я Клопа квикну? Потому что я Клопа покупал. Пошли они нафиг. Эти что тут такое? За это, кстати, могу и монеты получать. Ну, короче, все, вы поняли, что у меня нету игроков. Вот, вы видите, 0 игроков в клубе. Что там у меня по трансферам? Почему никого не купили? Почему же не купили Реру, Марсиали и Стерлинга? Я не понял. Текущих ставок даже нету. Так, ну ладно, это мы еще подождем. Итак, друзья, 4 пака за 100 тысяч монет. Справка использована. Нет, это нам не надо. Итак, переходим к золоту. Сначала мы откроем 2 пака за 7500, может быть, кстати, 15, того 22500, если мы их, короче, сейчас откроем, квикнем, то будет 3 пака. Ну что же, давайте для разгончику, поехали. Нихуя! Португалия. Ну, Перейра, ну, вот если бы я бы не квикал свой состав, и у меня там как раз была неплохая АПЛочка, то может быть что-нибудь бы он бы зашел. Но тут вообще никого нету. Шли в жопу. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Тут даже, прикиньте, без свечения сейчас просто так.
Татарусану. Внимание. Ну, звездочка хорошая. Ой, ой, прям удивили. По скорости, кстати, хреновенький. Эх, сюда бы Кокорина. И понеслось. Ну все, в общем. Итак. Это еще не все, друзья. Мы еще, я так понимаю, мы еще понаоткрываем паков за 7500, если у нас сейчас еще купят. Там РР остался и Марсиали, если еще купят до конца ролика. Ну, Стерлинга купили, значит, кому-то они нужны. Итак, внимание. Нихуя опять. Кимпембе. Ну, кстати, рейтинг у него повыше в 1983, если я не ошибаюсь. Так что, может быть, в 19 я бы и обрадовался. Но тут нет. Итак, все, вот этот, поехали. Третий пак. Здесь обязательно, мне кажется, должны быть щиты. И они есть. Внимание, будет ли волка. О, Ярштейн. В паке за 100 тысяч монет. Браво. Пас 2 в 83, 3 в 81. И пошло Селихов, Адриазола. Тут мне... Почти Салах. Ну вот почти, ребят. Ну что с вами не так? Мы, кстати, один пак, если кликаем, у нас уже получается как 2 за 7500. Итак, давайте мы все-таки number one. Открываем number one pack. Давайте мне волкаут. Я хочу, чтобы вышел игрок. Внимание! Даня! Я уж подумал на секундочку, что это Эриксен, но хуй там плавал. Давайте типа сделаем вот такую обманочку. Мы типа вышли. Заходим мы на трансферный рынок. Такие смотрим, что там почем. Где он? Так. Посмотрим вообще на цену Роналду. Так, давайте все-таки мы хотим... Я не хочу ювентовского ловить. В смысле, тут только один ювентовский его выставляют. Почему обычную карточку из Реала не выставляют? Ну ладно. В общем, мы посмотрели, вот, за вот эту можно 980 тысяч монет. Я нажимаю такой. Посмотрел на статы, ничего, такие симпатичные. Думаю, купить, не купить. Заходим еще на Месси, что нам нет. Мы все-таки сегодня шикуем, прощаемся с Фифой. Одна карточка Месси, 360 тысяч монет, алло. Алло. Все, я посмотрел. Я беру такой, взял последний, купил. Все. И внимание. Давайте мне сейчас. Хорошо было бы... О, это информ. А там кто, кстати, в информах? О, это... О! Что ты такое? Алло. Я даже команду недели последнюю не смотрел, которая там была. Что? Три вратаря мне нахрена вы нужны? Ё-моё. Итак, давайте вот этот все-таки пак последний за 100 тысяч мы оставим напоследок. А пока снова поразогреваемся паками за 7500. Это все-таки легендарное прощение. Мы поскипаем. Я там даже не видел звезды, так что вдруг. А не вдруг Наполи. Только вот Лондон Стадиум. И это все. И просто вот скипаем вдруг, как из Банучи было. Сейчас что-нибудь такое нам... Ты уже у меня был, я тебя только что квикал, ты зачем за мной приходишь? Потому что вы видели, какие нам без... нам ни разу щитов не было, а это были бы щиты и... что такое прям хорошее подвисание было, я не понял. Мы продолжаем. Не хочу, мне не нравится вообще эти никто. Тысячу раз уже выпадают, напоминают о себе. Тупо квик сел весь. Ройс, друзья. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Это уже гуд. Гуд. Сколько Ройс стоит? Двадцаточка. Я, давайте его сейчас даже выставлю. Вдруг его до конца ролика кто-нибудь купит за 18 тысяч монет. Здесь мы, короче, вот так вот сделаем. Но, сам факт, что нам выпал Ройс 86... продаваемом паке
Но мы не донатим. Это не называется донатом. Я просто, это можно сказать, что я как за СБЧ, типа, все так делают. Трейдят игроков на СБЧ, там все такое вот это. И очень выгодно открывать паки за СБЧ. Понятно. Но, кстати, Челси, там Loftus Road и Vitality Stadium. Ну, они мне в жопу не нужны никто. 100 тысяч не выпал Ройс, а в паке за 7500 нам выпал Ройс. Алло. Калачев, да ты уже у меня... Видели, он два раза у меня уже сегодня выпадал. Ребич, Миха Мевля. О, вот это ништяк подгон. 500 монет нам высыпалось. Тоттенхэм, запасная форма. Так, смотрим, что там у нас. А у нас там... А что у нас? Продажи, и что никто их не покупает? Почему? Хорошие же игроки, ребята. Заходите бегом в FIFA и покупайте игроков. Ждут они вас. Вот эти, никого у меня нет. Никого. Давайте команду недели зачекаем. Вот, а где этот бичара, который... Вот он мне, вот этот выбыл. Почему? Давайте вот сейчас мы таки зайдем. Так, это что такое лучший результат? А, это я когда-то что ли еще играл? Бейл. Ну, статы неплохие, хорошие. О, Салах, ты тоже здесь. Статы неплохие. Эриксон. Статы неплохие. Ну и тут мне больше и никто и не нужен. А хотя нет, нужен. Вот этого бы хотя бы поймали бы, уже бы было бы для меня бы хорошо. Но все-таки вся удача в силе скипа. Поэтому я сейчас открываю пак за 100 тысяч и скипаю его. И нам, скорее всего, опять ничего не выпадет. Друзья, 88 рейтинг в паке за 100 тысяч, благодаря тем более еще и силе скипа. Давайте я его за 20-ку сейчас быстренько солью. Снова паки за 7500, поэтому мы продолжим ловить теперь еще одного Ройса. Почему бы и нет, друзья? Хороший покопенинг у нас получается. Поймали мы Ройса, поймали мы Година. Поймали мы Бритоса, поймали мы несколько раз Калачева. Все у нас, друзья, удачно складывается, я вам так скажу. Так что, друзья, заходите, кликайте вот так вот. Кто еще до сих пор, может быть, играет в FIFA 18? Для меня FIFA 18 интересная была в том плане, что были под вопросом запуск режима FIFA World Cup. Потому что там все это... Лицензии не было, Суарес, ну, рарненький, 80+, нормально. Но мог все-таки Ройс. Вот, и именно в FIFA 18 World Cup мне выпал Пеле. Да, я, естественно, собрал хотя бы из БЧ, я хоть как-то поспособствовал. И он мне хотя бы выпал. Слимани, 82 рейтинг. Все, это максимум, 86, 82. Все, друзья, все. Кина больше не будет. Расходимся. У меня никого не купили. До сих пор. Мы простились с FIFA 18 Ultimate Team. Все. Я даже готов сделать вот что. Че? Да. А нет, не буду. Я оставлю пусть на память. До новых встреч, друзья. Всем пока. Пока.